Новости и тренды пластической хирургии. Мнение спикеров Moscow Breast Meeting. Пожалуй, трендом года стало общение, больше открытости. Больше общения, больше готовности делиться информацией, потому что до этого мы по известным причинам были все скованы в этом общении, сидели в заперти отчасти. Мы вернулись к работе, пациенты вернулись к нам в большем количестве, чем это было раньше. Я полагаю, что это отложенный спрос, во-первых. Во-вторых, люди устали бояться ждать каких-то перемен положительных, потому что с каждым разом появляется что-то новое, все, так сказать, новые шаги делаются, и просто надоедает быть таким вот подвешенным в режиме ожидания, в режиме подвеса. И люди становятся более решительными, более готовыми к действию, уделяют внимание, время себе и не откладывают на потом то, что можно сделать сегодня, потому что это потом может случиться неизвестно когда. Появились новые имплантаты, то, чего ждали, и то, что, о чем говорили, ожидали. Сейчас пока рано еще говорить о том, что, так сказать, это уже принесло свои результаты, но все ждут результатов, да, и всем очень интересно посмотреть, что из этого выйдет, и ждем только плюсов. На первом месте я ставлю общение. Общаясь с коллегами, я замечаю, что этот тренд на общение, на открытость присущ не только мне, и я рад тому, что вижу это от окружающих, от других, на своих близких, дорогих, интересных докторов. Новости и тренды пластической хирургии. Мнение спикеров Moscow Breast Meeting.